Людям недостаточно просто представить себе это. Мы должны изобрести что-то новое и исследовать, и выйти за рамки того, что уже было сделано. Мы создаем все умнее и быстрее. Мы доводим дело до провала, чтобы оно могло учиться. Мы учим его, а затем помогаем ему учиться самому. Мы расширяем его понимание, чтобы с абсолютной точностью решать новые задачи и добиваться успеха. Мы заставляем его воспринимать и двигаться. И даже рассуждать здраво, чтобы он мог разделить с нами наш мир. Вот куда нас ведет вдохновение. Это следующий рубеж. Это проектная группа NVIDIA. Это универсальная базовая модель для обучения человекоподобных роботов. Групповая модель использует мультимодальные инструкции и прошлое взаимодействие в качестве входных данных и формирует следующее действие, которое робот должен выполнить. Мы разработали Isaac Lab, приложение для обучения роботов, предназначенное для группового обучения в Omniverse Isaac Sim. И мы расширяем масштаб с помощью Osmo, новой службы управления вычислениями, которая координирует рабочие процессы в системах GX для обучения и AVX для моделирования. С помощью этих инструментов мы можем обучить Грута физическому моделированию и перенести Zero Shock в реальный мир. Модель Грут позволит роботу учиться на примере нескольких демонстраций человека, чтобы он мог помогать в выполнении повседневных задач. И имитировать движение человека, просто наблюдая за нами. Это стало возможным благодаря технологиям NVIDIA, которые могут понимать людей по видео, обучать модели и симуляции, и в конечном счете использовать их непосредственно к физическим роботам. Подключение группы к большой языковой модели даже позволяет ей генерировать движение, следуя инструкциям на естественном языке. Привет, JL1. Не могли бы вы дать мне 5? Конечно. Давайте дадим 5. Не могли бы вы показать нам несколько крутых приемов? Конечно. Зацените это. Весь этот невероятный интеллект основан на новых чипах Jetson Thor Robotics. Он был разработан для Грута, создан для будущего. Совместно с Isaac Lab, Osmo и Грут мы создаем строительные блоки для следующего поколения робототехники на базе искусственного интеллекта.